մեխանիկական եւ հանակը։ Այո, այստեղից մտավ 2 խոցով 3 հատ անցնումա, դետո գալի դուրս գալու ժամանակ դրենաժով դրային մասը իջնում։ Սա մենք մա տարին 2-3 անգամ նայած ինչ ծառաբերությամբ արդեն գալիս է։ Ну, вроде бы сейчас налаживается все в лучшую сторону. Сейчас вот у нас немножко проблемы. То есть будут новые суда? Да, да, да. Я заблизко. Гекрушку. Да, это... Арваца, антану виргаручу, ерек азар метра. Повака шары чука? Гау, чука. Есть тарвана. А ничьи ехот пули? У нас, господин Пашинян, такая просьба есть. У нас сейчас спонсора нашли с России. Детский садик сделать. У нас такая сейчас, ну, не проблема, но надо ускорить, чтобы школьная территория, территорию, которая под детский садик будет предназначена, чтобы в ускоренном виде перевели бы на сельсовет. Инчна проблема. Проблемы нет? Ну, да, да. Да, они... да, 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 да. Ну, чтобы ускорили. Уже они приезжали, инженера с Москвы приезжали, все, проект составили. Хорошо. Уже и... написали про процесс. Да. Обсуждать. Да, уже, да, это... Много территории у школы? Сколько? Да, много школы. Да, там 2 гектара. Угу. А сколько хотите? Нам 1000 метров. 1000 метров? Хорошо. Хорошо сделано. Да. Спасибо за рамки. И от всей деревни я вам благодарность вам за субвенцию, за помощь. И вот благодаря нашему марспету, господину, с его помощью мы детскую площадку сделали, футбольный стадион сделали. Там эти сделали еще по программе теплицы в селе, поилки в горах для скота. Хорошо. Потому что сколько жителей? 1300. Хорошо. Дальше. Спасибо вам.